Большое количество подозрительных ампул обнаружили местные жители на территории медицинских складов некогда расформированной воинской части. Объект находится в черте города. После обращения граждан изучать наследство советской военной медицины отправились эксперты компетентных органов. Трубка металлическая, 62-го года выпуска, 50 грамм вес, ртути. Воинская часть... 0132. Региональное управление МЧС поспешило опровергнуть сообщение о том, что среди обнаруженных веществ присутствовало и химическое оружие. В распространенном заявлении ведомства сообщается, что речь идет только об остатках лекарственных препаратов и индикаторных трубок приборов химической разведки. В обнаруженных под Кунгуром коробках с ампулами не хранилось химического оружия. В них были остатки лекарств медслужбы одной из частей внутренних войск. Когда подразделения расформировали, часть лекарственных средств просто бросили. Но никаких боевых отравляющих веществ, которые могут использоваться для массового поражения людей, там нет. По данным МЧС, среди прочих лекарственных средств в ампулах хранились хлороформ и нашатырный спирт. На этикетках ампул с такими веществами всегда рисуется череп с костями и делается надпись «Яд», чтобы ни у кого не возникло желания выпить ее содержимое, отметили в региональном управлении. Антон Шибанов, телевизионная служба новостей.